Всем привет! Сегодня в видео расскажу, как создать загрузочную флешку с Windows в macOS. На GitHub нашел интересную программу, которая позволяет автоматизировать данный процесс. Заходим на страницу в GitHub, в репозитории, Win Disk Write. На данной странице мы можем ознакомиться с описанием программы, какие системы она может установить и в какой версии macOS она будет точно работать. Пролистав немного ниже, мы можем найти таблицу с совместимостью операционных систем. Если дальше продолжать изучать данную страницу, здесь автор добавил дорожную карту и те изменения, которые он хочет внести в свою программу. Теперь давайте скачаем данную программу, чтобы ее использовать. Нажимаем релизы. На данный момент последняя версия это 1.3. Выбрали подходящую нам версию и давайте теперь ее скачаем. После того, как программа скачалась, я переношу ее на рабочий стол вместе с системой Windows 11. Для более удобного использования и чтобы наглядно показать, как она работает, запускаем программу и нажимаем «Открыть». В разделе «Образ Windows» нажимаем «Выбрать» и указываем ту операционную систему, которую хотим установить, в моем случае это Windows 11. Я подключил флешку, нажимаю «Обновить» и выбираю ее, чтобы на нее произошла установка данной операционной системы. Проставляем галочки, если это требуется, например, если вы устанавливаете новую операционную систему на старое железо. Некоторые пункты требуют перезагрузки. Также можно изменить файловую систему, но я оставлю FAT32. После того, как мы произвели все настройки, нажимаем «Начать». Все данные на флеш-накопителе будут удалены, обратите на это внимание. Нажимаем «Начать». В данном пункте нажимаем «Разрешить». Дожидаемся завершения процесса записи. А если видео вам понравится, подпишитесь на канал и поставьте лайк, это помогает продвижению канала. Буду очень благодарен. После того, как образ полностью записан на ваш флеш-накопитель, появляется всплывающее окно. Нажимаем ОК. После этого можно закрывать данную программу и извлекать флеш-накопитель. И приступать к установке на том железе, для которого вы эту флешку подготавливали. Смотрите, чтобы данная операционная система была совместима с железом. Если у кого-то что-то не будет получаться, обязательно напишите об этом в комментариях, я постараюсь обязательно всем ответить. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. До новых встреч!